Президентам тоже непросто даются годы у власти. Назарбаеву грех жаловаться. Родители и природа были к нему щедры. Сильный физически, с крепкой нервной системой. Это позволяет выдерживать любые нагрузки, никому не уступать, добиваться своего. В свои годы он в завидной физической и интеллектуальной форме. Чем еще наделила его природа? Невероятной работоспособностью, отличной памятью, в том числе на цифры и даты. Это характерная черта всех выдающихся руководителей, критерий профессионального отбора. Необходимо быстро осваивать большой массив информации и помнить всех людей, с которыми когда-то встречался.